Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех с площадки одного из самых современных образовательных учреждений Санкт-Петербурга – Центра медиаискусств Академия талантов. Сегодня мы открываем 11-й Петербургский международный образовательный форум. В этом году он проводится после двухлетнего перерыва. Мы хотим представить общий замысел форума и некоторые наиболее интересные его события. Напомним, что Петербургский образовательный форум впервые был проведен в 2010 году. Интерес к нему рос год от года. Не случайно с 2017 года форум приобрел международный статус. Одной из причин этого стало обращение не только к внутренним вопросам развития образования, но и к более общим темам, интересным как профессионалам, так и общественности. Образование и культура, образование и мир детства и многим другим. На площадках форума мнением о современном образовании поделятся с педагогами представители организаций партнеров из сферы промышленности, культуры и науки. Международный опыт развития образовательных систем будет представлен в выступлениях зарубежных экспертов, участников форума. Ну и по доброй традиции, в начале нашей церемонии мы хотим предоставить слово организаторам форума. Председателю комитета по образованию Наталье Геннадьевне Путиловской. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я поздравляю вас с замечательным событием. Большое спасибо, уважаемая Наталья Геннадьевна, за эти добрые слова приветствия. Мы с удовольствием присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес участников форума. Программа форума в этом году состоит почти из 300 мероприятий. По тематике она очень разнопланова и условно разделена по кластерам. Основная программа – дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование и среднее профессиональное образование. Учитывая действующие ограничения, многие мероприятия проводятся в режиме онлайн. И несмотря на закрытые границы, география форума остается достойной от Анголы до Японии. Наши коллеги примут участие в мероприятиях на базе образовательных учреждений через различные коммуникационные платформы. Впервые частью программы форума станет фестиваль профессий для школьников в музее «Россия. Моя история». Итак, уже 26 марта на его площадке состоится презентация новых проектов развития образовательной среды петербургской школы, которые будут реализованы совместно с партнерами из реального сектора экономики. Для этого к участию в фестивале приглашены разные организации-партнеры, а также директора школ. И важно отметить, что в этом году сохраняется добрая традиция проведения в дни форума в Санкт-Петербурге всероссийских мероприятий. Под эгидой Минпросвещения России в этом году у нас пройдут два совещания региональных координаторов федеральных проектов национального проекта образования, что очень важно для обмена опытом регионов. Обещает быть интересным. Смотрите их на сайте форума и присоединяйтесь к обсуждению. Педагоги в тысячах школ, детских садах, профессиональных образовательных учреждений каждый день отдают свои знания и тепло детям. Ни на секунду. Воспитатели, преподаватели, учителя не забывают, ради кого они работают. Судьба ребенка может сложиться по-разному, но в детстве у каждого из нас есть мечта. И задача педагога – помочь этой мечте осуществиться. Меня зовут Софья, я в 5 классе. Хочется пожелать ребятам успехов и реализации самых смелых планов. Традиционно в рамках форума проводится не только презентация лучших российских педагогических и управленческих практик в образовании, но и зарубежного опыта. Это, несомненно, способствует активизации поиска лучших решений. Дискуссии на площадках форума не только обогащают опыт каждого из участников, но и дают им возможность для улучшения собственных практик и для установления партнерских связей.
Надо отметить, что на протяжении последних 5 лет неуклонно расширяется участие в форуме зарубежных стран. Форум 2021 года не стал исключением. На его площадках будет представлен опыт систем образования Австрии, Армении, Анголы, Болгарии, Казахстана, Китая, Кореи, Черногории, Японии и других стран. Теперь мы смогли визуально представить всю географию нашего форума. Так и хочется воскликнуть вместе с классиком: все флаги будут в гости к нам. Уважаемые друзья, коллеги, полные версии записи видеообращений наших зарубежных гостей будут доступны для всех на сайте форума в отдельном разделе. А мы продолжаем нашу церемонию. Системы образования разных стран стремительно трансформируются под влиянием глобализации. Все чаще слышны мнения о необходимости расширения образовательного пространства. На форуме в этом году состоится обсуждение опыта школы в реализации на практике тезисов. Образование — это не только школа и город как класс. В этой связи нам хотелось бы отметить еще одно новшество программы форума 2021 года. Это специальный проект «Умный город». Санкт-Петербург в рамках проекта продемонстрирует широкие образовательные возможности городской среды. Это возможности разных организаций Санкт-Петербурга, Мариинского театра, Государственного русского музея, Российской национальной библиотеки, Ленрезерва, завода Hyundai и многих других. Съемка и публикация видеосюжетов спецпроекта об образовательных событиях будет проходить в течение всего 2021 года, и они будут пополнять соответствующий раздел сайта форума. Ну что же, мы услышали действительно интересное суждение. А сколько еще интересных мнений нас ждет на различных площадках форума? Это мы узнаем в самое ближайшее время. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, в марте в адрес форума от российских и зарубежных организаций поступили многочисленные приветствия. И вот сейчас самое время познакомиться с ними поближе. Всего хорошего и до свидания. Большое спасибо нашим зарубежным партнерам и коллегам за эти добрые слова. Мы, Юрий Балтычев и Яна Леонтьева, с удовольствием присоединяемся к этим пожеланиям. Уважаемые друзья, мы постарались представить программу форума, показав ее разнообразие. Уверены, что каждый из вас найдет интересующие темы для обсуждения. Актуальная программа форума постоянно доступна на официальном сайте. Надеемся, что новостная лента и видеоряд также помогут вам сориентироваться в событиях форума. Мы от всего сердца желаем участникам форума удачи и успеха. Добро пожаловать в Санкт-Петербург! На 11-й Петербургский международный образовательный форум.